Хелло, ребятки, и снова всем привет, с вами Лик Огненный, продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Valhalla. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами познакомились с Эйвором, сыном Ярла Варина, который погиб при налете, и Эйвор, как, ну, истинный викинг, но он должен сейчас отомстить ему. Ну что ж, так, кстати, у нас здесь где-то должно быть ресурсы, давайте мы их подберем и пойдем дальше. Так, Дени. Далековато, 130 метров. А есть поближе что-нибудь? Вроде что-то поближе должно же быть. Хархол. Получается, я правильно иду. Надо вот в этой стороне я смогу найти сейчас себе. О! Даже лошадь есть. Вот она. Вон она. Вот он, этот ящичек. Давайте мы его сейчас соберем. Красота. Хорош. Мы поплывем в большей степени сейчас поплывем по заданию, так как нам... Ну, я думаю, задание откроет нам больший контент. Я могу здесь бегать, крыться там вот, в Ставангар, но мне кажется, я сюда еще приеду. Вот в любом случае я сюда приеду, поэтому давайте мы сделаем так. Мы сейчас садимся на корабль, едем вот сюда, в ИКНОЙ. Получается, собираем там ресурсы. Дальше плывем, получается, уже в сторону... нашего с вами дома, получается, Форнбург. Нам вот сюда нужно. Наше это селение, не наше это селение. Кстати, тоже такой интересный вопрос. Вроде бы говорили, что селение-то в Англии он будет себе развивать, но возможно, что нет. Может, это я просто ошибся. Я же говорю, я не знаю. То есть, есть возможность развития своего собственного селения. Совершать налеты, набеги, это тоже есть. То есть, возможно, знаете, на как будут эти налеты, набеги? Как в Shadow of War. То есть, Middle of Shadow of War. Возможно, там то же самое. Типа, получается, там... можно ослабить оборону. Можно как-то там отравить, чтобы было проще, например, напасть. Да, можно просто тупо напасть. И все, как говорится, проблем нету. И так далее. Ясное дело, получаешь за это ресурсы, славу, честь и так далее. Может быть, рабов даже. Ну, рабы, я не знаю. Хотя рабов они всегда брали. То есть это были треллы, так называемые. Поэтому тут в любом случае. Так, где там наш... Ага, вон наш дракар. Ну и дракар, кстати, надо будет тоже улучшать. Ну и плюс проходить по... О, нифига себе, снег на собаках. Круто. Снег на сапогах, это круто. Пока что мы ходим с двумя топорами. Не знаю, как будет дальше. Не могу представить вообще, как будет дальше, реально. Возможно, я все-таки перейду на двуручное оружие. Потому что мне двуручное оружие нравится намного больше, нежели парное. Щит даже... Ну, щит классно. Щит классно, не спорю. Как бы... Прикольно можно даже, потому что здесь щиты очень красивые. А мне очень нравится, когда щит, например, выглядит красиво. Не просто какой-то там, ну, кусок дерева или что-то еще, а вот реально вот красиво. Но посмотрим. Эй, здорово, пацаны! Все, поехали. Поплыли, так, но плывем, получается, вот в эту сторону. Нам, получается, надо развернуться. Ага. Больше паруса! Хорошо. Может, песенку споете какую-нибудь, а? Ну, не знаю. Ну, хорошо. Ладно, отправляемся домой в Форнбург. Дело чести. Не спорю, надо завалить эту тварь. Кровавую, жестокую и так далее. Не пою. Даже не разговариваю. Спустить парус! Луки! А-а-а. Поднимай парус! Не знаю, как будет здесь. О, во! Послушать песню? Эй, вор, смотри! Кто-то решил разбить лагерь на том острове. Ну? Люди Кьотви вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Хоть ты одной ногой в могиле, мы легко справимся. Так вперед. Во-во, набег! А вот это есть набег! Хорош! Набег! А, нахера я лезу наверх, я не знаю! Дай мне силу! Хорош! Ну, если вот так с пацанами буду набег делать, то это будет шикарно. Хорош. А,
Дело сделано. Идем! Куда пойдем? Защищайте меня! Мяса, сколько можно! Хруш! Про набеги нам, я надеюсь, еще миллион расскажут, что это и как и так далее. Давайте убьем ниндзя! Пока не понимаю, ну, вроде просто... Хрыш. Копьё бы тебе в зад вогнать, шапка! Обалдел, что ли, а? Хрыш. Всё, совершили набег. Хрыш. Икен-ой. Ну, как бы за этим-то мы, по сути, и пришли. А, вот он. Укус кости. Ага, состояние. Набег завершен. Все основные ценности собраны. Используйте ворон или зрение Один, чтобы видеть, осталось ли что еще. Ну да, то есть нужны там и так далее. Понятно. То есть в основном мы сражаемся ради каких-то вещей и так далее. Хорошо, согласен. Почему бы и нет? Мне нравится. Я с этим согласен. Такс. Вот, подожди, нет. 54. А можешь как-то сравнить? Во. Получается, топор Варина намного... Ну, кстати, он по скорости лучше. Критическая точность лучше. Ну, вот, получается, вот надо вот с этим менять. Топор воина, да. Так, с удар кости. Где он у меня? Может, я только ведущую руку. Хорош, тогда беремся. Я надеюсь, двуручный топор? А, это двуручка, что ли? О, красота. Датский топор. Все, хорош. Почему бы и нет тогда? Я согласен. Так, провизии максимум. Набег совершен. Но мы ничего не получили, потому что мы не знали. Ну, то есть, как бы сказать, мы же первый раз сражаемся. Так, окей. Есть что-нибудь еще, нет? Ну, понятно, в основном мы сражаемся ради ресурса одного. Хорошо. Когда будет другое поселение, будет лучше. Отлично. Отплываем. Парус поднять! Сигли! И поплыли. И получается, мы плывем сейчас... Ну, вот сюда. А потом я здесь тоже буду бегать. Потому что в любом случае. Да. Убавить парус! Поднять парус! У меня нет песни, что ли? Йотви придет за нами и будет сильнее, чем прежде. Да похер. Не удивлюсь. Эту войну ведет уже третье поколение. Вряд ли Йотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Ну так. Так, что может согреть мне яйца? Отставит меня со своими яйцами. Плывем правильно, и потом направо. Из тюленей кожи? Будь осторожен! Ненависть может ослепить! С этим согласен, да, ненависть, правда, может ослепить. Из нас, не только твоего отца. Ты не один в этой битве. Да, да, да. Тебе нужны хорошие союзники, Эйвер, без этого никак. Если не будет хороших союзников, все, считай, что ну, фигня полнейшая. Без союзников вы проиграете и так далее. Ну, неплохо, неплохо. Дракар можно еще улучшить, я думаю, будет станет еще круче. Меня больше всего волнует, почему они не поют. Наверное, из-за того, что у меня песен нет. Кодекс, а, кодекс появился. База данных. Противники, лучники. Хотя одна стрела не причиняет большого ущерба, если оставить вражеских лучников без внимания, они могут переломить ход всей битвы. Лучники не обучены ближнему бою, поэтому всегда стараются держаться на расстоянии и забираться на возвышенность, чтобы оттуда беспощадно поливать противников стрелами. Не забывайте о лучниках на возвышенностях, уничтожайте вражеских лучников первыми, старайтесь побыстрее вступить в ближний бой. Ну да, то есть прибежать и так далее. Торбьерн будет недоволен, что ты его ослушался. Разумеется. А где этот хер был вообще? И тебя это не беспокоит? А пошел он. Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я прав. Да. А что Сигурд?
Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. Кстати, а почему наш парень не... А, нет, мечи у него же тоже есть, он тоже у него есть мечи. И что ты скажешь нашему конунгу о случившемся? Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотви. Нет, это не мое поселение. И ослабили его власть. А то, что ты чуть не потерял своих людей, а сам едва не угодил в рабство, это войдет в твою сагу? Нет. Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Вот именно, нехер говорить об этом. Это не наше поселение, я вам сразу говорю. Я видел его. Убрать парус! Такс. О, пришифтоваться. О, два очка навыков мне дали. Новая территория Форнбург. Такс. Получается, Ctrl. Хорошо, сейчас пройдемся пешочком. Ого, кормилец воронов вернулся. И даже живой. Рандви, ты кто такая? Так, окей, сейчас поговорим с Рандви, но перед этим навыки посмотрим, да? Мне дали навыки. Типы узлов. Применение очков навыков в узлах позволит улучшить боевые навыки. Узлы параметров улучшают базовые характеристики. Основные навыки разблокируют боевые умения. Общая мощь. Узлы, где применены очки навыков, увеличивают вашу общую мощь. Чем выше мощь, тем лучше вы подготовлены к грядущим испытаниям. Скрытность, дальний бой. Мне нужно как раз вот эта скрытность. Урон от скрытных атак плюс 7. Ближний бой. Я вот сюда хочу, получается, вот хпшка, хпшка и вот. Скрытная атака. Скрытная разведка, чтобы я мог увидеть всех. Поэтому мы идем сюда. Потом будет хпшка. Здорово. Мы думали, что потеряли тебя навсегда. Ты всегда кажется... тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, много чего. Что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась, успокаивая конунга. Он тобой недоволен. Пошел в жопу. Я так и думал. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям он где-то у Ставангера. Рад слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева своего отца. Ты еще не понял? Набег прошел не слишком гладко? Это точно. Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей Кьотви. И среди мертвых тел я нашел топор отца. О, после стольких лет... Отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. Чё за хер? Чё, Эйвор? Ты сам не свой. Что-то не так? Да я не понимаю. Я не видел топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получил этот шрам. А, ну-ну-ну. Скорбная память горька. Обеды, собака, волк. Поговорю с Валкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не тот, что прежде, как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу. Да мне похер на это. Он там дело чести. А, Эйвор, жизнь сурова, а? Рад тебя видеть. Спасибо. Еще два очка навыков. Взято несколько заданий. Интересно. Но перед этим навыки. Сколько у меня очков навыков? У меня три. Получается, мне кажется, дальше будет еще что-то. Потом путь дает бонус к мощи и снаряжение пути волка. Путь ворона и путь оглушения, да? Давайте, мы сейчас доходим, получается, до этого. Путь волка. Устойчивость дальнему бою. Потом урон по попаданию в голову плюс 2.0. Обучение. Так, это мы знаем все. Спасибо.
Мне кажется, дальше тоже уйдет. То есть здесь будет большое количество древа навыков. То есть я немножко неправильно понял. Так, задания. Разного рода задания. Поехали. Дела семейные. Эйвор возвращается домой, готовясь к серьезному разговору с приемным отцом. Утешение Вельвы. После нескольких ярких видений Эйвор ищет совет у местной Вельвы. Все, вперед. Эйвор, ты привез нам сокровища. Я сберег свой корабль и дружину. Это дороже серебра. Да, я согласен. Нужно серебро и камни. А мне похер. Молчи, Рой. Почем тебе знать? Ты-то не был в набегах. Сам молчи. Как улов? Скверный. Совсем не клюет. Слишком много нынче лодок да судов. Сидеть с удочкой слишком скучно. Лучше взять лук да попытать удачи. Стрелять в рыбу из лука? Вот это мысль. Она его троллит. Молодец. Как улов? Скверный. Совсем не клюет. Сидеть с удочкой. Стрелять. Ага. Спасибо, можно что? Показать задание рядом. Поговорить с кузнецом, отслеживать задание. А как... Я же вроде смотрел. Так, кодекс, сейчас посмотрим. База данных. Люди. Рандви. Рандви. Любовь Рандви к Сигурду приняла форму, знакомую большинству людей клана Ворона. Обожание на расстоянии. Понятно. Из-за того, что после их свадьбы Сигурд проводит много времени в странствиях, эти двое по-прежнему мало знают друг друга. Но Рандви женщина прагматичная и наученная горьким опытом своих предков. Понимает, что есть вещи куда хуже, чем брак по расчету. Даг. Будучи самым крепким и сильным из друзей детства Сигурда, Даг был уверен в своей судьбе. Он думал, что будет правой рукой Сигурда, когда тот станет конунгом. Но потом из-за одной сожженной деревни все пошло наперекосяк. Когда конунг Стюрбьорн взял оттуда сироту к себе на воспитание, Даг понял, что его отношение с лучшим другом изменится навсегда. Но, как ведомо, было одним только Мойером. Он нас не любит, что ли? Кьотви. Кьотви жестокий. В кровавых войнах, терзавших Рюгьяфюльке, погибло много викингов, но мало кого будут помнить с тем же страхом и отвращением, как Кьотви жестокого. Путь Кьотви к вершинам власти, начавшийся в маленьком незначительном клане, был коротким и полным жестокости. Ходили слухи, что ему помогли некие тайные союзники издалека, но тех, кто так говорил, довольно быстро заставили молчать. Кьотви сомневался в том, что его сын Горм будет достаточно силен, чтобы захватить Рюгьяфюльке, поэтому решил лично покорить эти земли, пока не пробил его смертный час. Один, повешенный, крушитель щитов, вседобрадый, странник. Это лишь часть имен всеотца Одина, которых у него еще очень много. После того, как он создал из скелета мертвого великана 9 миров, Один хотел освободиться от уз судьбы, ведь ему было предначертано погибнуть в пасти чудовищного волка, Фенрира. Жажда всеотца получить знания, а с ними силу была неутолима. Он получил дар видеть все, принеся в жертву свой глаз, а потом провисел 9 дней на дереве. Игдрасиль, прибитый к нему копьем, чтобы в близости смерти обрести мудрость. Когда всеотец... Ты чё подлагиваешь? Когда всеотец не руководит другими скандинавскими богами, он путешествует по миру смертных, Мидгарду, чаще всего в обличье бородатого, одетого в длинный плащ старика с широкой шляпой на голове и посохом в руках. Один, как он есть, а? А, один! Тьфу ты, блин. Один, один. Вообще нормально, да? Здравствуй, Эйвор. Так вот, я же хотел это посмотреть по заданию, как он так мне ушел. Вот, дела семейные. А, поговорить с кузнецом, все понятно. То есть это в любом... Так, это главное задание нам. А мы идем по бочке. Ага. Ой, я нажимал shift, не тот, не то. Ты кто такой? Эйвор, не хочешь Ладно, хер с ним. С возвращением. Гуннар, хочу показать тебе кое-что. Подлагивать немножко, видно. Во имя Тора, топор твоего отца. Я не видел его с тех пор, как... Долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло.
У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сам. Я не могу делать их из воздуха. Усилить снаряжение. Так. Усилить снаряжение. Приносите слитки к кузнецу поселения, чтобы гуннер мог усилить доспехи и оружие. Так вы сможете разблокировать ячейки для рун, увеличить лимит улучшений и изменить внешний вид снаряжения. Топор варена, превосходный навершский. То есть хороший, а есть будет превосходный. Новые ячейки для руны, новый внешний вид. Хорош, красота. Красота. Вот за это спасибо. За это спасибо. Все, отлично. Все сделано. Что-нибудь еще? Как твои дела? Как живешь, Гуннар? Все хорошо? Работа кипит, и я бодр. Но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышал. Нет. Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? 5 недель. 5 прекрасных, страстных недель. Да, все кончено. Когда я найду свою Брюнхильду? Валькирии уже не встретить в этом мире, Гуннар. Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Странно, что какое-то эхо оставляется. Лучше. На меньшее я не согласен. Позволь посмотреть, что ты продаешь тут? Плащ клана Ворона. А, типа я могу усилить, да? А усиляю за... Ну да, вот, вот для чего оно нужно. Укус кости, еба. Ладно, нужно это потом. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Пока это все. Приходи. Пока это все. Блин, что-то я... Так, малая руна я для ярости. Дела семейные. Так, предметы. Ну, я понял. Ну, вот, кстати, прикольно, но я же не буду ходить с этим оружием. Руна для оружия. Атака плюс 2,4. Спасибо. Урон дальнего боя возрастает при попадании в уязвимое место. Ну, это понятно. Так, карта получается. Доберитесь до клана, до дома Валки. Да, вот. Утешение в Вельве. Где ты там? Серьезно? Там наверху, что ли? Поговорить с Рандви. Ну? Что-то я немножко, ну, запутался. Ну ладно, идем, получается, разговаривать с Рандви. Так, это у нас игральные кости. Похоже, ты умеешь играть. Орлок, игра, в ходе которой два игрока бросают кости и используют дары богов. Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой? Тогда мне станет легче. Ну да. Да, Конунг никуда не уйдет. Все, вот, дополнительный метр с Валкой. В игру добавлено задание «Путь Берсерка». Возможно, для доступа к новому заданию придется продвинуться по сюжету. Хорошо. Вейлва живет в горах к северу от Фронбурга. Клан Эйвера очень рад его возвращению. Кого? Это что? Торговец, что ли? Получается, мне сюда, да? Нифига себе, конечно, где она, как она далеко живет. Что-то разблокированная какая-то штука. Легенда о ком-то. Кодекс. База данных. Люди. Гуннар. Кузнец Гуннар сам осиротел в юном возрасте, а потому дядя дитя Варена вызывает у него теплые чувства. Люди Хейльбура стали его второй семьей, а после убийства его ярла то же самое он чувствовал по отношению к жителям Форнбурга. Но теперь, когда Гуннар уже не молод, ему нужна настоящая семья. Ну да, согласен. Обучение, мир и занятия, орлок. Ну, это потом почитаю, что поиграем. Если что, поиграем.
Так, что, побежали? Чё? Эй, не дашь ли совет, где здесь лучше охота? Может, и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Ты на меня? Принесу мне 3 пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Окей. Пойдемте выполнить задание «Тихо, охота». А чё нет-то? Предметы. Сумка. Меня это не сильно волнует. Вот. Три пары. Чтобы призвать скакуна... Использовать рог. Отпустить. Плащ. Скакун. И дракар. Отлично. Набег, вызов дракара, факел. Эй, и медитация. Держи поводья крепче! Че? Че дура тупая? Охренела, что ли? Получается, да, мы сейчас так побежим. Кстати, пойдемте, получается, вот в это вот. Да. Че, поскакали? Ага. Сейчас поскачем вот по этой вот прямой. Ну, получается, по протоптанной, проталенной дорожке. И все хорошо будет. Ага. Стопэ. Куда нам по карте? Здесь что-то есть, но получается нам налево будет. Такс. А как слезть-то? А вот это, конечно, сильно удивило бы. Ладно, ладно. Вроде раньше всегда было слезть, типа, этот, ну... Хорош, 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 Эйвор. Чё я здесь найду? Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Отважный герой, найдите мой гребень, он потерян, там лежит. Он потерян, там лежит. Куда лишь храбрый поспешит. Отвагой ты меня срази и не копайся в грязи. Ищи меня у вод реки, спаси скорее от тоски. Думаю, есть еще где поискать. Что ищут эти люди? Мой гребень. Кто его найдет, с тем я и проведу вечер. Хочешь тоже поискать? Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. А, ты что ли? Как ты, мужик, ищешь гребень, если ты его не ищешь? А где он может быть? Кровь стынет. Ага. Такс. Вот, понимаете, я не понимаю, вот что это такое и так далее. То есть я типа должен сам делать, да? Хотя бы хоть первый раз бы это объяснили. Нужно поскорее выбираться из воды. Лети, Сюнин. Нужно найти гребень, который якобы где-то... Где-то у реки. Да, да, не так-то просто. Ну, сейчас, только разобраться. По сути, вот, знаете, вот, любая игра, только разберись, и все, становится, все сразу становится так понятно, так хорошо. Вот увидишь. Только ищи хорошенько и везде. Где светло и сухо, или где темно и влажно. Чего? Ты вообще о чем?
Покажи мне. Может, реально за водопадом есть какая-то этот? Ну, пещерка, местность, ну, какой-то, блин, выемка, полость. Ну да. Там точно что-то есть. Ну да, он же, логично. Сюнин, разведай местность. Вот она. Ага, окей. Руны в усиленных предметах, снаряжениях, ячейки рун. Руны можно найти в сундука по всему свету. Железная руда, руна для оружия, кожа. Что ты видишь? Белая маска. Так я, блядь, гребень-то нашел, нет? Здесь замерзнул. У меня кровь стынет. Дай японский. Стань моими глазами, Сюнин. Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Отважный герой, найдите мой гребень. Он потерян, там лежит, куда лишь храбрый поспешит. Отвагой ты меня срази и не копайся грязи. Ищи меня у вод реки, спаси скорее от тоски. Смотри, Сюнин. Это получается тайна, ее я должен ее найти. Вот это что ли? Ну, получается, что да. То есть, нужно реально было сначала с помощью ворона посмотреть, где находится это. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Она его сама, что ли, закинула туда? Ну, по сути, да, это типа задание храбрых, то есть только храбрый полезет по горам, получается, искать этот гребень и так далее. Ну... Возможно, ладно, сейчас, все разберемся. Это тайна, тайну нужно раскрывать, то есть в этом плане, как говорится. Что видишь, Сюнин? Что ты видишь? Так, ладно, сейчас. Вот туда выше надо. Как она туда закинула вообще, вот вопрос такой интересный. Но пускай, как говорится. Угу. Обсидиан. Разбивайте обсидиан и используйте осколки для получения ресурсов. Покажи мне все. Да, все покажи. Подожди, я же видел, где.
То есть я вот здесь так вот сделал. У меня здесь было 3. Так, это обсидиан. Это что такое вот? Это руна? Это руна? Получается, это не то, да? Ну да, это совершенно не то. Хотя, может быть, и он. Хрен его знает. Я его понять еще не могу. Сейчас посмотрим, что это такое. Говорится, проблем-то нету. Какая нам разница, где я его лазить и тому подобное. Ну, сейчас спокойненько полазим по этим. По местам и так далее. Честно, я вот не люблю проходить, например, Assassin's Creed или вообще любую игру вот прямо только по прямой. Ненавижу. Это прям капец меня бесит. То есть специально же делали эти задания, так зачем их не проходить-то? И плюс я все-таки покупал Assassin's Creed, а она стоила не дешево. На ком мне быстро ее проходить и забывать? Это неинтересно. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Вот это что ли гребень? Это опал! Блять, не гребень нахер. Ищи меня у вот реки, что-то там, ля-ля-то поля. Кажется, я нашел. А нет, это челюсть. Останься здесь, замерзну. А. Лети же, Сюнин. Железо, железо, обсидиан, обсидиан, ясно дело. Все это обсидиан, 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 обсидиан. Что ты видишь, Сюнин? Да ничего он не видит, если честно. Ты чё? Чего? Странные существа. Ну а зачем ты забрался в воду-то? Я ж тебе хотел, чтобы ты прыгнул, а ты нет. Что-то я так понять не могу, блин. А как вот искать-то тогда? Расправь крылья, Сюнин. Типа не копайся в грязи, ищи меня у вот реки. Прямо удивительно. Ну, я хотя бы сокровище нашел, это уже большой плюс. О, скала Хильдисвини. Угу. Эйвор, нам точно сюда можно? А, точно, я понять не могу. Я ищу как бы гребень. Чего? Если ты ищешь медведей, то их здесь нет. Сейчас нет. Но я могу предложить тебе кое-что получше. Если ты настоящий Дрэнк, для кого честь — это свет, струящийся в жилах, ты можешь помочь мне исполнить судьбу. Ты так далеко от тепла очагов, воин? Это место твой дом? Меня зовут Эрик Верный. Ну, понял. Назвал меня великий Рагнар Лодброк. Такое существовал, правда. Когда мы сражались на полях Англии, мы
заводили семьи, разрушали королевства, ходили по морю. И вот, его больше нет. Ну, все умирают. Вся Норвегия оплакивает Рагнара. Мне трудно представить, что чувствуют его воины. Нас, его самых верных дренгов, осталось всего 6. Но мы заблудились без его путеводной звезды. В смысле? В этой пещере я узнал, что мы с Рагнаром связаны. Мы были юны и забрели сюда во время охоты. Он убил медведя одним ножом, запрыгнул ему на спину и не отпускал, пока зверь не испустил последний вздох. Мы радовались успеху вместе, как будто вместе убили медведя. Тогда я понял, что готов умереть за Рагнара. Я не погиб рядом с ним в яме со змеями Эллы, но я все исправлю. Сразись со мной. Мне нужно к Рагнару в зал Одина. Да пожалуйста. Бой с таким дренгом — большая честь для меня. Скажи, как будешь готов. Я готов. За Рагнара Лодброка, конунга Норвегии. За Рагнара, за славу, за дренгов-странников я поднимаю клинок. Ну, короче, пацаны реально сильные, так что мне лишний раз сейчас этот не лезть на рожон. Пойдемте еще поищем этот гребень. Может, забить, может, в интернете уже нашли этот гребень. Просто мне так удивительно. Блин, а где этот? Как его найти-то? А? Нифига себе. Это надо под воду прыгать. Сказано, нырните у водопада, ищите самую глубокую точку под водой. Используйте зрение онны, чтобы лучше видеть. Возьмите гребень из лосиного рога. Ну то есть под водой он, охренеть, нормально, да? Честно, я не думал. Охренеть, а? Гребень из оленьего рога. Обалдеть просто, если честно. Я в шоке. Это ж куда она его бросила-то, а? Давай, давай, давай. У меня кровь стынет. Давай, давай, плыви быстрее просто тогда, и все хорошо будет. Окей. Пойдемте отдадим ей этот гребень. Кажется, это твой. Все, довольно. Поиски окончены. Гребень мировое найден. Событие, гребень Кира. Я проведу с тобой немного времени. Неплохо мы опыта. Мы погуляем, а там посмотрим, куда заведет нас беседа. Ясно. Видим. Ты не похож на тех, кого обычно влечет ко мне. Ты суров, но в тебе есть... утонченность. Утонченность? Прочие, как дубинки. Столь же неуклюжи. Но ты проворен, как нож. Тебе так нужен хоть кто-то, что сойдет любой лесоруб или воин? Я была замужем. Мой Альфи умер 5 зим назад. Сожалею. Наш союз был безупречен. Мне не нужен другой муж. Ну что,
Мне до конца своих дней жить без любви и внимания? Ну, есть такое дело, кстати, да. Я так не хочу. А гребень? Может быть, гребень, брошь, браслет, что угодно. Главное потерять, чтобы кто-нибудь смог найти. Есть интересная история. Как-то раз ко мне трижды приходил один человек. Я даже испугалась. Оказалось, тройняшки. Если этот гребень тебе не нужен, что мне с ним делать? Возьми себе. Причешись. Или я могу тебя причесать. Ну, причеши. Причесать? Все состязание было ради этого? Я могу не только причесать, но и снять с тебя груз забот ненадолго. Если хочешь. Это без вас. Ни хера не было. Было приятно. Просто черный экран. Оставь гребень себе. Как в этом. На память. Спасибо, Билли. Ты сняла тяжесть, которую я не мог снять сам. Иди в жопу. Ядрить-мадрить. Скала. Это у нас, получается, тайна. Нам сюда. Классно вот. Сделано. Ладно, ребятки, давайте на этом с вами сегодня остановимся. Как бы сказать, 46 минут. Как раз вот так вот будем работать. Ну, потихоньку играть. Да и время уже позднее. Надо ложиться спать, как говорится, чтобы на завтра я снова продолжил изучать и играть в Assassin's Creed Valhalla. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, следите комментарии. С вами был Олег Огнин. Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Пока-пока.